Ай-ой, ай-ой,
прошу на коганоту. Не верять нам раздеваться, а верять нам выбруляться. Айо, ай-яйо, а верять нам выбруляться. Не верять нам речи боять, начинают плечи жарить. Айо, ай-яйо, начинаю плечи жарить. Это масленичные песни Тверской, Смоленской областей. Вот в Тверской области нам рассказывали, что так же, как колядовали в святки, на Рождество, как под Новый год ходили, посевали, поздравляли с Новым годом, так же ходили по дворам и величали хозяек. Если хозяйка хорошая, работящая, рукодельная, блины у нее вкусные, то ее похвалят, что она пробкая, с нее прок есть, что она красивая, умная, хорошая. А если беспробкая, не умеет, вот так поругают. Вот мы сейчас попоем «Сову», как летела сова из Нева города. Как летела сова из Нева города, а ее... Ходили по дворам и боли и просили, выпрашивали у хозяек блина. Протянися, протянися, наша масляная. Протянися, протянися, наша масляная. Я до Духова дня, а с Духова дня до Петрова дня, а с Петрова дня до Нового года, а с Нового года до Великих дней. Бабушка, бабушка, дай блинка, помянуть сынка, а не дай блинка. Помянем сынка, сынка, пасынка. А мы сенцу дожидали, души дожидали. Сырам горечку укладали, укладали, души укладали. Поливали наша горышка, как и есть.
ругали тех, кто не пришел на улицу гулять. Кого нету на улице, положь его колодою. Колодою дубовою. И все перечисляли, кто у нас не пришел. Вот мы сейчас перечислим. Кого нету, кого нету на улице, положь его. Нету, Маришки нету.